Между тем, Госдеп США вновь публикует фальшивые доказательства присутствия российской военной техники в зоне украинского конфликта. Ведомство распространило 3 спутниковых фотографии, на которых видны странные темные пятна. Накануне эти снимки в своем микроблоге в Твиттере разместил американский посол на Украине Джеффри Пайет и заявил, что на них российские системы ПВО. В Минобороны России заявили, что обвинения Госдепа серьезными не считают, поскольку пятна на снимках не могут служить доказательством присутствия российской боевой техники. Напомню, подобные сомнительные документы публикуются не впервые. Представленные недавно фотографии также оказались фальшивкой. Они были сделаны во время событий в Южной Осетии в 2008 году.